Работа с рисунками в программе PowerPoint. Художественные эффекты. Будем работать с этими фотографиями. Маркер. Штриховка карандашом. Набросок карандашом. Чертеж. Набросок мелом. Мазки кистью. Кисть. Рассеянное свечение. Размытие. Светлый экран. Акварель. Зернистая пленка. Пузырьковая мозаика. Стекло. Циемент. Текстуры. Гравюра. Пастель. Пластиковая упаковка. Вырезка. Фотокопия. Светящиеся края. Для активации функции «Художественные эффекты» выделить левой кнопкой мыши нужный рисунок. В верхнем меню программы появится функция «Работа с рисунками». Кликнуть по ней левой кнопкой мыши, и слева в меню появится функция «Художественные эффекты». Кликнуть по ней левой кнопкой мыши, и функция раскроется.